не стала известной актрисой театра имени Моссовета Татьяны Бестаевой. Народная артистка России скончалась в субботу на 85-м году жизни. Как сообщили в пресс-службе театра, дата и место прощания будут сообщены дополнительно. В мае 2021 года сообщалось, что актриса лежит в больнице из-за последствий тяжелого заболевания. Ее здоровье резко ухудшилось весной. В больнице ей пришлось ампутировать стопу. Татьяна Бестаева работала в театре имени Моссовета с 1961 года. В кино она дебютировала в 1958 году главной женской ролью Леной в музыкальном фильме «Матрос с кометы». Она считалась одной из самых красивых актрис Советского Союза в 1960-е годы.